часто хочешь отвечать на мой вопрос. Ты знаешь, что скоро чемпионат мира по футболу? За какую команду болеешь? За красную. За красную. А красная это которая? Ну, за Россию. Говори, да, хорошо. Хорошо. Вот как думаешь, твои родители, почему носят обручальные кольца? Потому что они женятся. Потому что они женятся. А чтобы пожениться, что нужно? Кольца. Кольца. Записываем на кольца. А зачем люди целуются? Чтобы пожениться. Вот такая взаимосвязь, да? Хорошо. Вот как думаешь, откуда ты взялась у родителей? Ну, давай подумаем. Айс принес, возможно. В капусте нашли, как думаешь? Родилась. Родилась. Хорошо. Вот ты родилась. А как думаешь, вот футболисты, откуда они взялись? Тоже родились. Отлично, хорошо. Вот у тебя родители водят машину? Нет. Нет? А как думаешь, они бы хорошо водили машину? Да. А вот чтобы водить машину, надо стать взрослым. А что значит стать взрослым? И как понять, что ты уже взрослый? Когда они перестали. Что ты уже старше, да? К тебе дяду скажут, ты уже старше, значит, ты уже взрослый, да? Да. Отлично. А после того, как ты станешь взрослым, жениться можно, да, потом целоваться. Хорошо. А кто такая теща? И существует ли она? Нет, не существует теща. Вот ты маме своего папы, бабушке скажи, что ее не существует. Хорошо. Отлично. Так, вот что ты умеешь делать из того, что не умеют делать другие дети? Ты умеешь все. Все, что не умеют другие дети, ты можешь. Ты гениальная девочка, спасибо большое, давай пожмем друг другу ручки. Спасибо тебе большое за твои очень интересные ответы. Пока, давай я тебя спущу. Дима, вот смотри, у меня к тебе есть очень серьезный вопрос. Ты знаешь, что скоро чемпионат мира по футболу? За кого болеешь? За Россию? За Россию, Россию вперед. Вот знаешь, футболисты очень волнуются перед чемпионатом мира. Возможно, ты хочешь что-то в камеру сказать, чтобы они точно выиграли. Вот смотри в камеру и прям говори. Чтобы у вас все получилось, и вы победили. Да, я думаю, они это услышат и точно выберут. Хорошо. Вот чтобы стать футболистом, надо стать взрослым. Как понять, что ты взрослый? Когда тебе будет 20. 20. Хорошо, я запомню. Вот меня давно интересует вопрос. Как понять, на ком стоит жениться? Или выйти замуж? Вот как? Отлично. Давай начнем с того, ты знаешь, что скоро чемпионат мира по футболу. Вот за кого ты болеешь? За какую команду? Вот тебе подсказывает мама за Россию, говори, это правильно. За Россию. Молодец, за Россию у нас болеет девочка. Хорошо, вот это очень серьезный вопрос. Вот твои мама с папой взрослые? Взрослые. А как понять, что ты стал взрослым? Как думаешь? Вот как узнать, что ты взрослый? Вот если человек поднимает вам руку, значит, он уже взрослый, значит, он уже может все делать. Хорошо. Три. Поехали. Все хорошо. Ты знаешь, что скоро будет чемпионат мира по футболу? Да. За кого ты болеешь? Акинфеева. Акинфеева? А из какой он команды, прошу спросить? ЦСКА. ЦСКА. А это главный чья? Вратарь нашел. Нашли девочку, которая все знает. Отлично. Ты потом автограф не дашь, да, там уже за всем этим знакомы? Хорошо, давай более серьезный вопрос. Будем молчать. Твои родители водят машину? Папа. Папа только? Мама боится. Мама боится? Папа лучше водит, чем мама, да? Намного лучше, да? Папа твой молодец, хорошо. Серьезный вопрос, откуда ты взялась? Именно родилась? Ну вообще, откуда ты взялась? Ну я живу сама в санатории. Нет, смотри, в животике у мамы ты откуда взялась? Вот каким чудным образом ты там появилась? Как думаешь? Странный вопрос. Жизнь тоже странная штука. От любви. От любви? А футболисты откуда взялись? Тоже от любви? Да. Да, вот везде правит любовь. Хорошо. Вот я сейчас в таком возрасте, что мне надо узнать, за
кого можно выйти замуж? Вот дай, пожалуйста, мне совет как подруге, как найти хорошего мужа. Во-первых, я буду сгибать пальцы. Должен быть состояться. Так, пока Брэд Питт подходит дальше. Хорошо, дальше. У него должна быть хорошая профессия. Брэд Питт, боже, он все ближе и ближе. Дальше. Он тебе нравится. Он должен. Ну, я думаю, можно остановиться. Я знаю, за кого я выйду замуж. Хорошо. А вот зачем родители целуются? Не знаю. Не знаешь, ну просто так, да? Давай поцелуемся, да, он поцелуемся, да? Да, расскажи. Отлично, хорошо. Как понять, что ты стал взрослым? Выросла? Просто в росте? Да? Ну, а еще мне что-то мне нравится детство, но не хочу играть. А, то есть как только куклам появляется отвращение, как бы все, ты взрослый состоятельный человек. Да. Хорошо. Возможно, ты умеешь делать то, что не умеют делать другие дети. Умеешь что-нибудь такое делать? Ну, если кричать громко. Кричать как? Это мы проверять не будем, мы тебе поверим на слово. Отлично. И давай еще спрошу у тебя. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? У меня много профессий. У тебя много профессий, да? Ты еще маленькая, уже везде и всюду. Ну, а самая такая заветная мечта? Я дизайнер. Дизайнером? А что? Хорошо, вот представь, ты дизайнер. Какую бы форму ты сделала футболистом? Красиво. Специально для Акинфеева такую прям самую, с крылышками сзади, да, такую красивую. Нет, ну без крылышек. Без крылышек. Красная, там красивая, с надписью. Золото. Золото. Ой, я смотрю, ты любишь золото, да? А твоя мама много золотых украшений, да? Есть и золотые, и серебряные. Я смотрю, ты разбираешься, да, меряешь, наверное. В детстве, а ты уже взрослая? Нет. Нет, еще куклы нравятся немножко, да? То есть еще немножко. Хорошо. Куклы не очень. Куклы не очень. Хорошо, спасибо тебе большое. А, нет, не спасибо. Давай последний вопрос. Куда солнце уходит ночью? Вниз. Просто вы мне надоели, я пойду вниз. А что там внизу? Оно же солнце вращается. Да, оно вращается. Сегодня была в России, мне понравилось, поеду в Америку, там тоже ничего, да? Ладно, спасибо тебе большое, ты очень хорошо отвечал на вопрос. Спасибо тебе большое, все, беги к своим родителям, спасибо. Спасибо. Ты знаешь, что скоро чемпионат мира по футболу? Да. Да, за кого болеешь? За россиянина. За россиянина? За одного? Нет, за россиянина. За россиянин, мы болеем за россиянин, отлично. Вот серьезный вопрос, я вижу, ты серьезная девочка, откуда берутся дети? Потом от мамы, хорошо. То есть ты взяла с неба, потом с небес на землю, да? Нет, с небес к маме, а от мамы уже на землю. Хорошо, мама такой переводник. А футболисты откуда взялись? Может, у них какой-то особенный путь? Футболисты, они тренируются. Да, то есть они еще не появились на свет, они уже тренируются вовсю, да? Нет. Нет? Они появляются. Тренируются, потом уже выходят на поле. Хорошо. Ладно, вот смотри, допустим, ты футболист, и ты выиграла кубок. Что ты будешь с ним делать? Это выиграла же не я, выиграла моя команда. И куда вы все команды его положите? Или куда денете, как будете использовать? Как графин для воды. Поставите на полку, будете любоваться, да? Хорошо. Как понять, что ты стала взрослой? Вот ты как пытаешься и хочешь понять это? Самостоятельно. Самостоятельно? Делать что-то сам. А ты можешь что-то делать сама? Что? Шикарная женщина. Так, хорошо. Вот я сейчас в таком возрасте, и мне надо искать себе мужа. Посоветуй. Вот как, кого, как искать? Какие-нибудь лайфхаки, способы, что угодно. Искать его надо не только по лицу, не только по характеру. Да? Внутренний мир, да? Богат. Хорошо. Серьезный вопрос. Ученые, возможно, тебя потом поблагодарят. Куда солнце уходит ночью? Солнце никуда не уходит. Потому что Земля крутится. Да? Крутится? Да. Вот мы здесь. Мы здесь. Покрутимся, и уже
на месте покрутимся, и солнца уже нет. Нет, земля будет крутиться. Земля будет крутиться. А почему мы не замечаем того, что земля крутится? Потому что она крутится очень медленно. Очень медленно, да? А сколько она крутится примерно по времени? А, 1000 лет, да? Ну, если... Ладно, хорошо. Давай задам тебе еще вот такой вот каверзный вопросик. Кто такая теща и существует ли она? Теща – это сестра. Да? Папа. Сестра, папа или мама, папа. То есть она существует. А твой папа когда-нибудь говорил тебе что-нибудь о теще? Нет? Хорошо. Вот смотри, ты стала взрослой. И кем ты будешь, когда вырастешь? Профессия какая будет у тебя? Не знаешь? Хорошо, подумай еще. Так, ты, возможно, умеешь делать то, что не умеют делать другие дети. Умеешь, нет? Нет? Ты обычный ребеночек, да, ничего особенного не умеешь? У меня тут девочка умела громче всех кричать. А ты не умеешь выше всех прыгать? Не знаешь? А попробуй. Я думаю, ты прыгнула явно выше, чем я определенно. Хорошо. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Есу. Как еще раз? Есу. Я тебе задам очень серьезный вопрос. Ты готов отвечать? Ты знаешь, что скоро чемпионат мира по футболу? За кого болеешь? От Фатима. Еще раз? От Фатима? От Фатима. Хорошо, это очень хорошая, наверное, команда. Или это один игрок? Наверное, это команда, да? Да, хорошо. Подготовился, да, к вопросу? Хорошо. Откуда ты взялся у родителей? Из дома. Из дома. А футболисты откуда взялись? Футболисты? Да. Откуда они взялись? Ты из дома, а они? Тоже из дома. Из твоего дома? А из какого дома? Из другого. Из другого, хорошо. Отлично. Твои родители водят машину? Да. Оба? Давай по чесноку, вот, сделаем вид, что у тебя тут родителей нет. Кто лучше водит машину, мама или папа? Папа, мама не обидится, что ты так сказала? Мама не умеет водить машину. Мама не умеет водить машину, но водит ее. Не умеет, но водит. Но она попробовала. Попробовала, не получилось, больше не будет водить машину. Хорошо, серьезный вопрос, зачем твои родители целуются? Потому что я не люблю. Ты их любишь, и поэтому они целуются, да? Отлично. Возможно, ты хочешь в камеру сейчас сказать что-нибудь? Боже мой, юный убийца. Так, возможно, ты хочешь что-то сказать в камеру будущим футболистам, пожелать им удачи, возможно. Пожалуйста, камера вся твоя, говори, что хочешь. Давай, дорогие, как, за кого ты еще раз болеешь? От Фатима. Вот, повернись и скажи «дорогие» и «команду». Камеру давай. Дорогие и команду. Что ты хочешь им пожелать? Я хочу, чтобы они меня не ругали. Не ругайте, пожалуйста, маленького мальчика, вот. Все, футболисты тебя услышали, ругать тебя точно не будут, я тебе обещаю. Так, вот я сейчас в таком возрасте, когда мне надо искать мужа. Вот ты как мальчик, может, мне скажешь, как мне его найти, где мне его искать, лайфхаки, знакомства? А то помру одна с семью кошкой. Я так не хочу, посоветуй что-нибудь. Что мне надо сделать? Кошку. То есть я заведу кошку, у меня появится муж. Да? Это самый дельный совет на сегодняшний день. У меня 2 кота, я думаю, чего для счастья не хватает кошки. Заведу кошку, муж появится, спасибо. Я прям уже мечтаю. Хорошо. Куда уходит солнце ночью? Ночью. Да. Вот же ночью солнышко не светит нам? Куда оно? Улетает. А куда оно улетает? Себе домой. А ведь из дома ты появился, и футболисты появились. Как дом, в доме в этом и футболисты, и ты, и солнце уместились? Нет, солнце у другого дома. А где все эти дома находятся? Дома. Да. Ты сказал все в домах, а где эти дома находятся? Да. Да? И где находятся они? На улице. А ты откуда взялся? Не с улицы? Дом твой не на улице? На улице. На улице. Хорошо, молодец. И давай я тебе задам тогда последний вопрос.
Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Папе. Кем? Как папа. Как папа. А кто твой папа? Миша. Ты хочешь стать Мишей, когда вырастешь? Это похвальная мечта, давай обнимемся. Спасибо тебе большое, ты очень хорошо отвечал на вопросы. Меня зовут Катя. Давай пожмем друг другу руки, как настоящие взрослые люди. И вот я сказала, что мы взрослые. Как понять, что человек вырос? Это значит, это видно, что он как бы, либо что он высокий, либо видно, сколько ему лет. А если не видно, сколько ему лет, значит, он не взрослый? Можно кого-то спросить, или хозяина спросить. Хозяина кого? Себя. Хозяина себя. А как найти хозяина себя? Знаешь, ну, вырастешь, узнаешь. Хорошо. Куда солнце уходит ночью? За горы. За горы? А где у нас горы находятся? На северной части. На северной части чего? Земли. Земли. Отлично. Вот скоро чемпионат мира по футболу, правильно? Кем, за кого ты болеешь? За ЦСКА. За ЦСКА? Прям это очень популярная команда, я смотрю, отлично. Вот... Смотри, у тебя есть шанс достучаться до ЦСКА и сказать им какую-нибудь напутственную речь. Вот все, что хочешь, камера твоя, говори, что хочешь. Я семья за Екатеринбург, я болею за вас. Желаю, чтобы вы выиграли кубок, и вы обогнали Барселону. Это замечательная речь, я думаю, ЦСКА тебя услышала, и они теперь ради тебя, Егорушка, точно выиграют. Вот смотри, у тебя родители водят машину? Оба? Давай честно, кто лучше водит? Не знаю. Оба хорошо. Ладно, а зачем родители носят обручальные кольца? Вот у меня тоже есть кольцо. Это значит, что я обручена? Это значит, что у человека есть ребенок. Ребенок. То есть как только в семье появляется ребенок, все, можно идти покупать кольца, да? Нет. Нет? Ну, что они поженились. А, что они уже поженились. Хорошо. Вот смотри, я уже сегодня у всех детей спросила, возможно, ты мне тоже дашь какой-нибудь дельный совет, как мне найти мужа, где искать, вообще, что это такое, как это делается? Ну, сначала можно либо по страничкам поискать. По страничкам книг? Нет, в телефоне. В телефоне на страничках, хорошо. Если ВК есть. Так, девочки, регистрируемся в ВКонтакте, ищем странички, а потом... И все, и он уже твой, он приходит, и можно жениться, да? Нет, нельзя? Дальше я не знаю. Дальше ты не знаешь, ну, маленький еще, да, не надо знать, что будет дальше. Хорошо, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хоккейным вратарем. А почему? Потому что я богатый. Ты хочешь много денег, когда вырастешь, да? А зачем тебе много денег? А зачем тебе самолет? Это прям цепочка твоей жизни. Зачем тебе самолет? Чтобы не тратить деньги. Да? Хорошо, отлично. Возможно, ты умеешь делать что-то, что не умеют делать другие дети. Что? Хорошо заниматься. Чем? Хоккеем. Хоккеем? Так ты уже хоккеист со стажем. Молодец, слушай. Прям правда, молодец. Хорошо, вот ты откуда у детей у родителей взялся? Из живота. А откуда в животе взялся? Не знаешь, тебе не рассказывали еще? Я смотрю, тебе много чего не рассказали, да? Ну ладно, хорошо, а футболисты откуда взялись? Так же из живота, и хоккеисты из живота. А из-за того и того же живота? Нет? Ну, а хотя бы предположение, откуда дети в животе появляются? Не знаешь? Ну и... Хорошо. Ну и давай я тебе задам последний вопрос. Вот. Придумаю сейчас тебе вопрос, вспомню. Я у тебя спрашивала про обручальные кольца. Да? Что? Вот, слушай, очень многие взрослые мало улыбаются. Как думаешь, почему? Вот тоже юный убийца. Почему взрослые мало улыбаются? Наверное, кто-то им что-то не нравится. А что им не нравится? Может,
они решили больше никогда не улыбаться. Серьезно, кто такая теща и существует ли она? Я не знаю. Ну, как думаешь, она есть или нет? Что? Думаешь, существует? Теща – это мама твоего папы. Будешь теперь знать. Спасибо тебе большое, что ответил на наш вопрос, Егор. Давай увидимся. Спасибо тебе большое. Ты очень умный мальчик, тебя ждет очень большое будущее. Катя, давай мы поздороваемся. Как девочка девочки, давай тебе задам вопрос. Кто у вас в семье главный? Мама. Мама? А в стране, в нашей, кто главный? Президент. А кто у нас президент? Владимир Владимирович. Я смотрю, выучила, да? Молодец. А вот скоро чемпионат мира по футболу, правильно? За кого болеешь? За Россию. Говори за Россию, это правильный ответ. За Россию. Молодец, за Россию. Хорошо. Вот твои родители женаты, правильно? Они целуются? Не знаю. Ну, предположим, что да. Зачем они это делают? Просто, просто так? Откуда ты у них взялась? Ты светишь красиво, правильно? Из живота. Подожди. Что мне все говорят из живота, и я до сих пор не могу узнать, откуда вы в этом животе все взялись. Не знаю. Не знаю? Даже предположить не хочешь? Может, аист туда их бросил? Нет? Ну, точно не аист. Нет. И не в капусте. Хорошо. Смотри, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Врачом. Врачом? Хочешь лечить людей? А от чего ты будешь людей лечить? От болезней. А на каких болезней? От разных. От разных? Хорошо. Отлично. А может, животных полечишь? У нас животных много. Не хочу. Не хочешь? Ну, как хочешь. Хорошо. Зачем твои родители носят обручальные кольца? Потому что они женаты. А как понять, на ком стоит жениться? Если человек хороший, на нем могут жениться. То есть приходит человек, ты хороший? Да, я хороший. И в ЗАГС. Да. Да, хорошо. Я найду себе мужа скоро, отлично. Хорошо. Вот как понять, что ты взрослый? Когда ты можешь совершать поступки сам уже, а не родитель. А какие, например, поступки? Ну, можешь устроиться на работу. А через сколько лет ты вырастешь? Через 8. Через 8 лет. А тебе сейчас сколько? 10. Молодец. Хорошо. Вот смотри. Во сколько лет начинается пенсия? Не знаю. Не знаешь? Ну, предположи. Лет 50. 50. Хорошо. А что ты будешь делать в старости? Или что надо делать? Играться с внуками. С внуками, а если не будет внуков? Буду сидеть, читать книги. В целом меняю, читать книги. Будешь очень начитанной бабушкой. Хорошо. Возможно, ты умеешь делать то, чего не умеют делать другие дети. Ну, я хожу на разные игрушки. Там, на театральное, какие-то дополнительные занятия. Молодец. Прям молодец, умница. Это очень хорошо. Ну, раз ты так много кружков посещаешь, наверное, ты знаешь, куда солнце уходит ночью. Куда? Оно не уходит. Оно не уходит? Нет. Оно всегда в сердце. Оно прячется. А куда оно прячется? Оно не стесняется? Нет, просто уже время ночи, и появляется вместо солнца луна. А солнце за луной прячется, да? Хорошо, а луна потом пускает солнце вперед себе, да? Вот такой круговорот луны и солнышка в природе. Хорошо. Знаменитость, как тебя зовут? Фазима. Фазима? Меня зовут Катя, приятно познакомиться. Скоро чемпионат мира по футболу, знаешь? Да. За кого болеешь? За болею за папу. За папу. Твой папа представитель команды или он сам как команда? Команда. Он команда, отлично. А представитель какой страны твой папа? России, да? Будет один против всех. Отлично. Вот у тебя есть шанс пожелать папе победы в чемпионате мира по футболу. Прошу, камера твоя. Желай папе победы или что-нибудь, чего хочешь. Не стесняйся. Что хочешь, папе, скажи. Давай, папа.
Желаю тебе выиграть чемпионат мира по футболу. Привози кубок домой. Говори. Папа, привези себя домой кубок. Привези. Молодец. Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Мамой. Мамой? Хорошо, отлично. А как ты станешь мамой? Большой, как мама хочешь стать? А ты откуда у мамы взялась с папой? Они тоже хотят, они взрослые уже. А как понять, что ты стал взрослый и готов стать мамой и папой? Вот ты как поймешь? Мама с папой скажут, да, ты уже взрослая. Будешь ждать, пока они скажут. Пока не скажут, будешь маленькой, да? Хорошо, договорились. Ну ты маме в следующий раз скажи, да, что можно поскорее мне сказать, что я уже взрослая. Хорошо. Зачем твои родители носят обручальные кольца? Вот у меня тоже есть кольцо. Я обручена, что ли? И у мамы есть кольцо, и у мамы кольцо есть, и у папы. А зачем они их носят? Они женятся. Им дают кольца. Да. А как понять, что пора жениться? Вот у меня есть молодой человек. Как понять, что уже все, вот время пришло? Ну как понять? Прийти к молодому человеку и сказать, ну, я готова. Давай жениться, да? Давай жениться и делать детей, да? Да? Хорошо. Отлично, спасибо. А куда солнце уходит ночью? Ну, куда солнышко уходит ночью? Прячется от нас? А почему оно прячется? Оно нас стесняется? Да. Стеснительное солнышко, да? А какого цвета солнышко? Желтый. А почему желтенького, как думаешь? Потому что стесняется, да? Поэтому оно желтое, чтобы его никто не видел, да? Хорошо. Вот, как думаешь, откуда взялись футболисты на свете? Вот ты появилась из животика, а футболисты откуда взялись? Что угодно. Откуда, как думаешь? Может, пришли просто, за деревом стояли, вышли, я футболист? Как думаешь? Ладно, ты хорошо. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Мамой. Мама, я забыла! Боже мой, прости, пожалуйста. Ладно, спасибо тебе большое, Коша, что подключала на наши вопросы. Ты очень красивая, хорошая девочка, Фадима, давай обнимемся. Спасибо тебе большое. Удачи тебе. Натали. Давай. Натали? Красивое имя. Певица знаменитая, кстати, тоже имя Натали. Хочешь стать певицей, когда вырастешь? Да? Будешь петь на сцене? Вот смотри, скоро пройдет чемпионат мира по футболу, знаешь? За кого болеешь? За Россию? За Россию, Россия вперед, да? Возможно, ты хочешь что-то сказать футболистам в камеру, пожелать им удачи на матче, что угодно. Хочешь? Вот камера, пожалуйста, и желаем чего хочешь футболистам. Уважаемые футболисты, удачи вам, привозите кубок нам домой. Можешь сказать им это? Зачем? Ну, ладно, не хочешь, не надо, хорошо, забудь. Зачем твои родители целуются? Потому что у них любовь. То есть, если у людей нет любви, целоваться нельзя. Нельзя, да? Хорошо. Откуда берутся дети? Да, откуда берутся дети? Маминого, да? Маминого и папиного живота? А у них один живот на двоих, да? И как долго у них один живот на двоих? Так смеешься? Ты не хочешь мне рассказывать этот секрет? Да? Хорошо. Что? Это секрет никому не говорят, как долго у родителей один и тот же живот на двоих. Вот пока ты не родишься, столько будет носить. Хорошо. Куда солнышко уходит по ночам? Ну, куда оно уходит? Любое предположение. Ученые сами не знают, гадают, возможно, ты им поможешь узнать. Куда оно уходит? Оно уходит спать? А сколько нужно спать, чтобы выспаться? Много. А хоть плюс-минус сколько часов? 6 часов?
А может 20 часов? 20 побольше будет, да? 20 часов спать надо, да? Ты спишь 20 часов, поэтому ты такая бойкая, жизнерадостная, да? Я запомню этот лайфхак. Смотри, вот мы скоро вырастем. Как понять, что мы выросли? Возможно, что-то произойдет в твоей жизни, когда ты вырастешь? Да. Да? Что произойдет? Я стану мамой. Ты станешь мамой. То есть, как только ты станешь мамой, у тебя будет один живот на двоих с твоим молодым человеком, ты взрослая, да? А как у вас появится один живот на двоих? Я просто не очень поняла, откуда он возьмется. Просто из живота и все? Вот так все просто. Спасибо тебе большое, что отвечал на наши вопросы. Давай обнимемся. Я тебе даже подниму. Какой ты люди.